Случилось страшное. Любовь и грех прибиты вместе на одном кресте. А у подножья люди, крик и смех пересеклись все взоры на Христе. Толпа безумствует, глумится зло. О, если ты сам Бог, сойди с Христа. А вдруг и вправду распятая плоть покинет крест позора, что тогда? Спаситель с крестной высоты смотрел на тех, кто говорил: с креста сойди. Кто для любви гвоздей не пожалел, и сердце билось тяжело в груди. В лицо Христу уже дышала смерть, еврейская земля ждала конца. Все громче крик, все громче слышен смех. Прости им, Иисус молил Отца. Какие злые лица у людей, дышать так трудно, а в глазах темно. Живое тело рвется от гвоздей, а им там у подножья все равно. Из рук пронзенных, из пронзенных ног по дереву Христа струится кровь. Я их любил, я сделал все, что мог, но разве им нужна моя любовь? Не тронут каменных сердец ничем, не примут жертвы, не поймут они. Напрасно все, и умирать зачем? Пусть остаются на земле одни. Отец, они не поняли меня. Иду к тебе, все смотрят на Христа. И замерла толпа, и ты, и я. Случилось страшное, сошел он со Христа. Крест я могущего не удержал. Открылись небеса перед Христом, и каждый у распятия задрожал, увидев гвозди на кресте пустом. Шептали люди: верим, что ты Бог, но на глазах толпы поднялся он, растаял в чистом небе голубом, и над Голгофою протяжный стон. Иисус вернулся к своему Отцу, и подошла притихшая толпа колючему терновому венцу, что с головы Иисуса вниз упал. Случилось, люди больше не кричат, и мертвая настала тишина, а на кресте кровавая печать, и громко засмеялся сатана. Все кончено, погас спасение свет, никто не будет с Господом в раю. Иисус был прав, и больше его нет. Он доказал божественность свою и окружил сердца людские мрак. Как страшно жить в кромешной суете. Но, слава Богу, было все не так, и наш Господь остался на кресте. Из рук пронзенных, из пронзенных ног последняя уже струилась кровь. Но Иисус нас разлюбить не мог, и не могла сойти с креста любовь. Он знал, что нет, не все к Нему придут, не все поверят распятой любви, не все у ног Его покой найдут. Но Он для всех эту любовь явил. Он искупил нас от греха и тления, а ты все проверяешь, Бог ли Он. Тебе так трудно преклонить колени, а Божий Сын за грех твой был казнен. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Захочешь ли Иисусу жизнь отдать? Сегодня длится Божья благодать, а завтра ты над будущим не властен. Пиши теперь спасение принять. Иисус готов тебя сейчас обнять. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив.
сегодня длится Божья благодать. Но если ты к спасению безучастен, случится страшное, ты можешь опоздать. Аминь.